Объединятся ли Шумерли и Шумерлинский район в одну административную единицу? На этот вопрос журналистам ответил глава Чувашии Олег Николаев. Это, прежде всего, должно быть инициатива людей, которые проживают в городе Шумерли, Шумерлинском районе. Инициатива была озвучена руководителями этих муниципальных образований. Очевидно, они к этому мнению пришли, исходя из тех перспектив, которые открываются, исходя из такого формата организации их жизнедеятельности. И поэтому, если руководители этих муниципальных образований, пообщавшись с населением, смогут сформировать общее мнение и примут соответствующее решение, конечно же, мы будем поддерживать и всяческим образом способствовать тому, чтобы максимально комфортно этот процесс прошел. И самое главное, чтобы это было полезно для всех жителей вот этих названных муниципальных образований. Изначально эту инициативу выдвинули на заседании Высшего экономического совета. Уже тогда Олег Николаев подчеркнул, что решение будет приниматься, учитывая не только мнение руководителей, но и позицию жителей муниципалитетов. При этом глава отметил, что подобное объединение откроет огромные перспективы для развития, особенно с учетом строительства федеральной трассы М-12.